Добрый вечер, Диана. Здравствуйте. Сколько тебе лет? 18. 18? Ого. Да? Вот. 18 плюс 91, это ж по-любому не 100. Да. Давай, зашкаливай. Разведка донесла, что ты порвешь всех сегодня. Поэтому, да, поэтому я очень приятно, что мне выпала эта честь тебя представить. Спасибо. Давай. Спасибо. Оправдай. Оправдай. Call you, I need you, my heart on fire. You come to me, come to me. Why, oh why, yeah. When you come to me, give me everything I need. You simply платье понравилось или что? Шерсть, чтобы ставить. Я не платье. Позабыла, по-моему, про платье, девчушка. Ну что? Скажите, а можно сразу поинтересоваться вот у преподавателя по вокалу, Оль, что она вообще вот думает? Вот она сейчас скажет. На мой взгляд, очень грубо была исполнена песня. Очень много нот были такие, они... вот такие съезды. Типа вот оттуда, очень, да? Не, вот это... нет, понимаете, нет культуры пения. Вот нет культуры пения, вот, вот это мое мнение. Но этому можно научить, да, по крайней мере, во всем короткий, виноват я. Я перегрел ее, рассказал, да, слишком задобрил. Да, и, в общем, немножко подпортил. А вы давно грубовато, поете? Я? Нет, я. С детства, да, пою. С какого детства? Что за такой вопрос? С детства? Пол жизни кто-то отвечает. Ну, не знаю, вот как пошла. Так куда пошла? Как пошла? Пить, курить. Нет, я учусь на кафедре журналистики, на пиарщика, поэтому с музыкой. У меня музыкальная школа кончена. А пошла во сколько? В год? Где-то так. Диана, скажите, пожалуйста, вы здоровы сейчас? Нет, у меня температура, да. Все я имею в виду голос у вас. Вы сипите, вы хрипите. Вот сейчас вы говорите. Болею, да, болею. Это вариант один. Или вы сейчас очень сильно поддавали, и поэтому унизилась интонация, было грубо, и сейчас вы не можете после песни даже просто сказать. Или она вы болеете? Взяла, она пару раз я взяла, болею. Или вы больны. Но она и болеет, голос и болеет, поддавала. Тут много нет, всяких факторов. Два варианта. Сошлось. Форсирование было, и за счет этого низкая интонация очень часто появлялась. Может быть, я слышала. Может быть, вы представляете себя слишком таким огромным голосом и очень низким. Может быть, немножко другая подача должна быть. Более, но мне кажется, здесь нужен просто профессиональный преподаватель. Преподаватель. Жаль, что у нас их нет, да? У нас вон пол, целый ряд профессиональных педагогов. Никто не говорит о том, что жаль. Мы говорим о том, что можно. Можно работать. Данные классные, все хорошо. Браво! Диана, спасибо. Спасибо, Диана.